Что нужно сделать? Нам нужно понять, у нас есть два пути. Первый путь – это большие переговоры. Нам нужно ехать к Трампу, президенту ехать к Трампу и договариваться о поддержке нашей страны. Но здесь нужно будет сдать, наказать тех, кто позволял себе абсолютно недипломатические личные оскорбления в сторону Трампа. Угу. Это обязательный ход перед этой поездкой. Угу. И вторая составляющая. Если такая договоренность не произойдет, нам нужно готовиться к самому худшему сценарию, к войне.